Возгорание в спортивном комплексе произошло в середине октября прошлого года. В результате пожара пострадал зал гимнастики на втором этаже. Остальные залы бокса и борьбы в хорошем рабочем состоянии. 8 месяцев восстановительные работы в здании не велись по причине ареста объекта и судебных разбирательств. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Все судебные заседания мы выиграли, а их было 2 на сегодняшний день. Да, собственно, и не могли не выиграть, потому что судебные заседания это были по надуманным искам московских господ, бывших владельцев «Спартака». И они несли только одно – это остановить восстановление «Спартака». Сейчас проводится процедура снятия ареста. Приблизительно через неделю начнется капитальный ремонт здания. На это потребуется около 20 миллионов рублей. Сумма зависит от объема работы и смет. В Москве Федерация независимых профсоюзов России решается вопрос о конкретном производстве ремонта, то есть финансирование, инвесторы, ну и так далее. Я полагаю, что если все будет двигаться так, как двигается сейчас, вне всякого сомнения, 1 сентября мы не сорвем. Ремонт будет проведен во всем здании, так как первый этаж был залит водой при тушении пожара и сейчас страдает при каждом дожде. Планируется также произвести замену инженерной части объекта, которому уже более 30 лет. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.